Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за доверие. Меня волнует вопрос такой. Я замужем, двое детей. Сейчас родился второй ребенок, ну, 3 года уже. Вот, первому 7,5, первый класс ходит. И вот сталкиваюсь с тем, что, видимо, не хватает внимания, ревность. И часто капризы. Он несет тяжелую судьбу, этот второй ребенок ваш. Второй? Да, первый легкую, второй тяжелую. Вот, и я понимаю, что мне не хватает сил душевных, терпеть. Да, капризы. Потому что он несет тяжелую судьбу вашу. Ну, пока проблема с первым, что он учиться не хочет, отвечает, не дерзит уже. Первый или второй? Первый. Как зовут первого, как зовут первого, как второго? Дмитрий старший, 7,5, и Федор 3 года 3 месяца. Ну вот второй ребенок, он несет тяжелую судьбу. Вот, а с мужем я не могу это хоть и вам кажется, что первый. Может быть, из-за рождения второго он начал уставать, вот этот первый, то есть ему тяжело стало. Он начал уставать психически, капризничает и так далее. Молитва, понятно, помогает, но вот бывает, не хватает душевных сил. Идите в храм, идите на природу, идите к людям. Мне вчера приехал из другого города, у меня не было сил. Сегодня побежал в парке бегать, силы появились. Силы берутся откуда-то. Нет сил, заряжайтесь. Желайте всем счастья, заботьтесь о ком-то, контактируйте с природой, ходите в храм. Духовные программы. Духовные программы дают силы. Да, все верно. А как реагировать, когда меня здесь никто не любит? Когда вот начинаешь его воспитывать? Кто? Старший? Старший, конечно, да. То есть, что как правило поведения в обществе, в школе? Ну, какие-то вот такие банальные. Что умываться надо там? Ну, вот смотрите, вы просто... Вот смотрите, каждый живет в своей скорлупе. И каждому человеку очень трудно понять другого. Ваш старший сын сейчас попал в период, в котором у него очень мало сил. Ему очень тяжело жить. Даже жить просто тяжело. Просто жить тяжело ему сейчас. Вы этого не понимаете. Вы... Нет. Вы с него требования не снижаете, а требования с него требуете столько же, сколько обычно. И поэтому он говорит, меня никто не любит, не понимает. Потому что ему жить тяжело, а требования такие, как были. Вам надо уменьшить 2 раза требования. Пускай учится хуже, меньше нагрузки, человеку очень тяжело жить. Это продлится еще 9 месяцев. А потом легче станет. Тогда можно нагрузки увеличить. Я просто переживаю, чтобы детей не испортить, да? Я знаю, как это... Вы, если вы будете продолжать эти требования, то вы этого ребенка сломаете. Он станет психически больным человеком. То есть вот не убирает игрушки, не чистит его, пусть пока как бы так? Да. Дайте ему возможность спокойно жить. А зубы будет чистить по-любому. Просто вы на него не давите. Ну хорошо, я вам сейчас все объясню. Очень просто. Вот 3 дня назад вам было очень тяжело с утра. Если бы кто-то вас что-то заставлял делать, как бы вы среагировали? Я в храм поехала. Вы поехали в храм. Но если бы кто-то подошел и говорит, делай то в это время, что бы вы сделали тогда в ответ? Мне бы неприятно было. Вам было очень тяжело. Когда человеку тяжело психически, он не хочет никого видеть, ничего не слышать, он не может приказы никакие выполнять. Это было у вас всего несколько часов с утра 3 дня назад. А у него это сейчас длится уже 5-й месяц. Каждый день. И вы этого не можете понять. Потому что мы каждый живем в своей скорлупе, мы не видим жизнь другого человека. Я пытаюсь понять, вот пытаюсь помочь. Все же жесткость моя действительно. Помочь означает дать человеку возможность восстанавливаться, не давить на него. Помочь означает не мешать. Иначе он станет просто агрессивным человеком, злым. Будет деградировать как личность. Он разочаруется во вас, во всех людях вокруг. И все, и станет просто дебилом. Вы этого добиваетесь? У него же разум слабый, он просто сейчас начнет протестовать против всего порядка, который существует. Откуда наркоманы, дети берутся, уголовщина вся эта, преступники. Они просто их ломают, родителей, потом они начинают бунтовать и жить уже по другим законам,
законом мести. Вы хотите такого сына себе? То есть не снизить вот эту правильность, да? Да, любить просто человека. Правильно сейчас это любить человека, давать ему отдыхать, возможность восстанавливаться, жить. Старшего? Старшего, да. Пример пока и все. Ну, потому что у нее тяжелая судьба. Чтобы целоваться, надо ему отдавать же энергию, а отдавать трудно. Вы целуете, значит? Он не себя позволяет. Кто? Муж. Ребенка не позволяет целовать? Ну, сильно, ну, что ты его зацелуешь? Ну, тайком целуете, когда его нет. Вот смотрите, вы хотите, чтобы я вам дал больше силы жить сейчас. А вы должны сами эту силу в себе копить с помощью духовной практики. Подсказка уже есть. Вы сейчас от меня требуете силы. Хотите, чтобы я вам дал силы. А силы мне нужны для чтения лекций. Извините, вы так все чувствуете? Спасибо вам большое.